Вот так мы сегодня оперируем на сердце. Да. Снимаем, да? Снимаем. У нас операция с искусственным кровообращением. Выключился свет. У нас случилось 9 месяцев назад, когда параноик Путин объявил Украине войну. И уже 9 месяцев мы живем в состоянии войны и ежедневной угрозы ракетных обстрелов. В тот день была очень массированная ракетная атака, когда мы были полностью отключены от света, от электричества. У нас исчезло водоснабжение, канализация перестала работать и выключилось отопление в институте. Хирурги оперируют в своих налобных осветителях. Два клапана. Операция двухклапанного протезирования. Все стабильно? Да. Хорошо. Постарайтесь. В нашей команде мы решили, что мы будем работать без отдыха, без выходных и без отпуска. Все стабильно? Да. Хорошо. Постарайтесь побыстрее закончить. Мы сейчас запустим генератор. В тех условиях нам остается только согревать друг друга своими улыбками и освещать друг друга своими улыбками и обогревать друг друга своим душевным теплом.